Люди рассказывают, будто в одну сказочную страну попала девочка, которая увидела там все 12 месяцев сразу. Как же это случилось? Мы скоро узнаем. Тут темно и страшно. Я попала непонятно куда, типа в сказку. Но меня интересует больше, как вернуться домой. Путь, дорогу мне покажет деревянный шар. Это невозможно. Это же таинственный шар королевства. По древней легенде, он вкатился в тронный зал в самый канун Нового года. В тот самый момент, когда одна маленькая девочка сумела доставить живые подснежники. И не просто подснежники, а якобы от самих 12 месяцев. Если я к полуночи не принесу подснежники, и Нового года не будет. Понимаете? Пропали все подснежники из оранжереи. Неужели эта глупенькая принцесса заглотила нашу наживку? В этом году... Я не игрушка. Волшебство... Что это? Придет... Вот тебе и Новый год. В каждый дом. Какая наглость. Да хватит меня уже учить. Но ведь это всего лишь игра. Закройте двери! «12 месяцев. Новая сказка». В прошлый раз как-то все попроще было. Скоро в кино. За подснежниками. А как вы догадались? А мы типа сказочные персонажи.